Всем привет! Мы получили посылку от кого? Екатерины Владимировны. С Краснодара. Да. От Катюши. Ну, я могу так говорить, потому что я в возрасте. А девчонки не могут говорить от Катюши. От Екатерины Владимировны. Начинай, доча. Сегодня у нас посылку открывает Дарина. Колготки. Колготки детские. Какой размер? 146-152. Во, ну-ка открывай полностью. Ну, это на Женечку. 146-152 это же не рост, нет? Ну. Нет, я Жене сейчас такие покупать. Почему-то колготки маломерят все. Какой Дарине? А я такие не нашел. Ну, о, какие красивые. Завтра пойду в них. Ну нет, Женьки, они будут длинноваты, мне кажется. Ну ладно, мы потом померим. Они в ширину идут и будут нормально. Так, дальше. Носочки. Вот сюда, по-моему. 15-16-24-26. Это на Томочку. Так, открывай. Да, так, Тома, это что, Томочки, да? Алина ей поможет. Смотри, стекло. Открыть, что ли? О, их там несколько? Да. Ну, открой, конечно, покажи. Угу. Поверим. Поверим, так рано. Подожди. Там ножницы нужны, наверное. 20-22-24. Это, наверное, на Женечку. И они теплые, да? Да. Ой, слушайте, вот такие носки я искала, так и не нашла. А как нет? Я покупала похожие, знаете, где? В фикс-прайсе. Очень удобные и нигде не могла найти. А Катюша нашла. Эти тоненькие, эти в садик ходить. Ой, какие красивые. Мама, это же... И смотри, такие приятные киски. Цвета прям вообще. Ой, как Женя и любит, да, киски. Так, колготки 104 размер. Это на Томочку. Да. Это лисичка. Отдавая Алине, она будет открывать. Так, и колготки 134. Это на Сашу пойдут. Ну, открывай, Лишенька. Ой, у нас так пол скрипит. Надо где-нибудь мне в другом месте искать. Между прочим, папка на следующий год, наверное, пол скроет все-таки, да? Папку бесит этот пол, который скрипит. Открывай, открывай, Сашенька, колготочки. Так, это на Томочку. Ой, какие красивые на Томочку. Такие спокойные цвета, очень. Собачка. Слушайте, собачка похожа на нашу Буську. Да, такими же ушками. Да, Буську реально похожа. Вау, какие красивые! Я такие уже хочу. Красивые. Да, с Краснодара. Если бы у нас все получилось, мы бы там маленечко пожили. Вот, в школу ходить, да? Светленькие такие, спокойные цвета. Так, дальше, кофта, 46 размер. О, какая красивая. Это, наверное, Дарине под ее голубые глазки. Смотрите, как потом Дарина померит. Надо же прям... Она такая мягкая. Ой, на зиму как хорошо будет. Да, написано 44 размер. И в школу можно ходить. Да. Слушайте, я все встану, больше я ходить не буду. А то я хожу, скреплю. А что вот сюда колготочки положи? Так, дальше у нас. Сперва такой вот, а потом уже другое. Ой, что же это такое? Размер 134, 67 и 60. Мне кажется, это девочкам, да? Да, это, конечно же, мне, наверное. Это сразу померить. Ну, можно, Женя. Я просто потрогала, какая хорошая, прям такая мягкая. А, нет, я не пойду, буду скрипеть. Какая мягенькая. Ну, пушистая. Да, Димерь. Ой, какая красивая. Мам, ты шарфончики смотри. Посмотрим. Красиво как. Мам, на футболку прям. Да, да. Вау, Саша какая красивая. Размер 134, 140, 141, ну, и так далее. Вот.
Красивая, да? Сашка, это Женя? Да, наверное. Сашенька, может... Женя, поменяйтесь. Женя, поменяйтесь и кофточками. Это поменяться? Как будто как больше, да, размером. Вот это, может, они одинаковые? Одинаковые. Ну, померьте. О, это точно. Ой, какие красивые кофточки, какие необычные. О, собачка, да? Ага. Это тебе. Олешенька, да? Помоги ей прям тут одеть. Давай. Эти кофточки теплые. Она такая мягкая. Мягкая? Это вот. Закомерит. Вау, ей идет. Ой, как красиво. Сиси, какая сиси-пуси. Ой, пусись-то какой. Екатерина Владимировна. Женя, штаны надень. У нее шорты там внизу. А, Жень, иди сюда. Иди. У нее шорты. Ну. Короткие. Ой, ну Женьке прям вообще хорошо. Красиво как. Да, Женя? Угу. Саша не хочет меняться. Ну-ка, Санечка, иди сюда, доченька. Красивая. И тепло стало сразу. Как красиво. Все, девчонки не хотят меняться. Я не дам. И Саша тоже, да? Ой, спасибо Екатерине Владимировне за такую красоту, теплоту. Мама, можно я? Дальше я? Можно я буду сидеть? Ну, конечно. Ура, я буду садить. Мама, что это такое? Я не знаю. Это тебе. Ну, ладно, иди мерь. Ой, не отдала. О, какой. Мы, кстати, Насте шапку... 44-й. На тебя. Мы Насте шапку выбирали. Она все такой цвет хотела. Горчичный. Ага. Сейчас, между прочим, модно такой цвет горчичный. Я шапки выбирает и все остальное. Алина сразу решила померить. О, как красиво. А у Саши есть, если поется, можно подшить. Угу. А нет, меня, правда, да, это Дарине очень хорошо, под ее глазки. Да, есть у них такая же, да, Катюша прям, наверное, специально думала для девчонок. Надо же так угадать прям. Что, ну, нет, не то, что угадать. Подай, нравится тебе? Да, очень. Это такая пушистая, теплая. Мам, кстати, Алине идет с этими штанами. Это кофточка. Мам, можешь? Куда ты пошла? Я сейчас приду. Ты сказала, будешь стоять на месте. Сашенька, садись на место. Она там подглядывает, что я... Мам, так у нее, смотри. Это тихо, а идет лапка. Ну, да. Итак, дальше? Это хвост, наверное, да? Да, да, да. Тома, моя Томика красиво. Томика тепло. Нет, нет, сильно не надо тянуть. Саш, садись на место, сейчас, наверное, интересно. Это хвост, да, да, правда. И там правда. Глазки. Это леопард. Леопард, точно. Маленький, да, леопарденок. Да, это собака-капучка. Так, дальше. Носки 36-38. У Женечки. Тоненькие. 36-38, это не на нас? Нет, 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 это Женьки. А? Женька у нас уже все выросла. Нога скоро как у мамки будет. У меня уже. Почти... Женя любит носки каждый день новые доставать. Ну, все это делаем. Не, ну да, да. Нет, я имею в виду не просто, не просто стиранные, а прям новые. Вот новые. А, тут кое-что. Ну доставай, Дарин. Что тут? Тут еще такое. Доставай. Вот. Конфеты. Ой, какая красота. Красиво, да, они еще такое ряд сложены, под низом тоже есть. Два ряда тут. Да, мам, у них еще такие фантики красивые. Вы так поверните, дети. Вот. Мы только что пришли отовсюду, покушали. Чай мы еще не пили. Ставили, не ставили, не знаю. Так, дальше. Зеленый чай. А я хотела купить зеленый чай. Алина. Настя завтра приедет, она любит зеленый чай. Да, пап, я дальше. Радужный песок. Для Томочки, ой, наверное. Красота! Это Лего. Нет, это радужный песок. Вау, Тома, тут его можно смешивать. Правда? Да. Да. Ты посмотри, он даже не мешается. Вот. Угу. Так тут формочка есть, ты посмотри, мам. Ну, давай дальше. Так. Кофе 3 в одном. Вот, спасибо. Наверное, в пакете, да, в пакетик маленький. А, ну да, в пакетик. Еще один кофе 3 в одном. О. Ты же любишь кофе 3 в одном? Я не могу его пить. Настя пьет 3 в одном. Ой,
Я раньше, я очень люблю кофе, очень. Я очень люблю сладкий чай, но я не, сейчас не могу. Так, тоже чай? О, Гринфилд. Это папе будет подарок. О, папа любит такой чай. Угу. Так, дальше. Опять упаковка конфет. Ух ты. Жако. О, это почти такие стеклопарки. Так, дальше. Mm-hmm. Еще один конфет Жако. Ух ты, ой, сколько. Это с Мишкой, и мне кажется, внутри помадная смородиновая начинка. У Санечки, у нашей, будет синяк. Тома на нее нечаянно прыгнула, да? Прямо вот сюда прыгнула. Угу. Или фирма. Больше а Саши плакала, Тома. Да. Так. И письмо пришло, да? Письмо. Дай, доченька. Вот такое письмо положили. Здравствуйте, дорогие Василий, Тамара, Настя, Алина, Дарина, Санечка, Женечка и Томочка. Мы семья Поповых. Владимир, Мария, Катя, Настя. Хотим пожелать вашей семье счастья, веры и взаимопонимания. Пусть в вашем доме царят уют и достаток, а в мире, а в душе мир и покой самых дорогих вам человеческих ценностей. Ой, спасибо вам большое. Это значит, Владимир, Мария, это, наверное, мама, папа, а Катюша и Настя, это дочки. Дочери, да. Очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Хочу сказать огромное спасибо семье Поповых за такую чудесную посылку, за такие очень теплые, милые, уютные кофточки. Спасибо вам огромное за пожелания. И всем-всем спасибо, кто нас смотрит. Всем. Спасибо. Спасибо всем. Пока. Да, спасибо и до свидания. Катя и Настя хотим пожелать вам вашей семье счастья, веры, взаимопонимания. Пусть в вашем доме царят. Как Саша хорошо читает, умница моя. Да, то, а в душе мир и покой самых дорогих вам человеческих ценностей. Молодец, умница. Сразу побежала читать. Еще раз, Владимир, спасибо. Мария, Катюша и Настенька, огромное вам спасибо. Спасибо.